1 апреля 8 каналу «Владивосток» исполнилось 10 лет. Его аудитория насчитывает более 1 000 000 постоянных зрителей. Он первым в Приморье начал круглосуточное вещание в формате высокого разрешения Full HD. Каждый час в эфир выходят свежие новости, аналитические, публицистические и развлекательные программы и документальные фильмы. Девиз канала с первых дней его работы – главное «Владивосток». Жизнь дальневосточной столицы во всем ее разнообразии. В честь своего первого юбилея у 8 канала прошла акция «Попади в десяточку», где внимательные зрители смогли принять участие в праздничной викторине и стали обладателями 10 классных призов. С 10 по 21 апреля в эфире транслировались интересные и познавательные факты о 8 канале, а в телеграм-канале RiaVladNews загадывали один из них. Спонсорами акции стали специализированный застройщик DaVinci Group, который предоставил приз сертификат на 300 тысяч рублей, от официального дилера строительной техники Лонкинг Ава Плюс, билеты в Мариинский театр, от магазина кондиционеров Небо сертификат на 5 000 рублей. Автошкола Фаворит и фабрика Верена Мебель предоставили сертификаты на 10 000 рублей. Партнеры акции — Центр туризма и экскурсии Восток Интур, сеть кафе правильного питания Хелси и открытый фестиваль авиации Новороссия Авиафест 23, который пройдет 27 и 28 мая. За 10 лет 8 канал активно участвовал в социальных и благотворительных проектах, освещал главные городские мероприятия, проживал с Владивостоком самые радостные и сложные моменты его жизни. Все это мы делаем для вас, наших зрителей. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на 8.